выдох, руки поднимаются вверх на выдохе, выдох обдом, выдох. Мы ограничим пространство, которого будем брать энергию. Вдох, без задержки, без ничего. Вдох, мы набираем энергию в руки. И формируется здесь шарик энергетический. Выдох, на выдохе этим шариком прочищаем наш позвоночный столб. Руки идут, локти ровные, расправлены. Вот до подбородка дошли. И разворачиваем, и отдаем вверх. Это не космос, просто вдох. Вдох, набираем энергию вниз, отсюда. И формируется энергетический шарик. Вот он. Выдох. Мы этим энергетическим шариком подпитываем наш позвоночный столб. Опять руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох набираем. Формируем шарик. Выдох. Прочищаем. Руки зашли. На вдохе берем энергию из них, формируем шарик. Энергетический, вот он. Выдох. Так, заполняем наш позвоночный столб. Энергетический центр. Руки пониже. Не сгибается просто. Все. Так, пять раз. Неделю, через неделю 6 раз, через неделю 7 раз, через неделю 8 раз, через неделю 9 раз. Не больше 9 раз. Смысла нет, только выбор.